Здорово, товарищи. Тут у меня есть такой прекрасный кусок телячьей попы. Первый почистим пленки. Что больше снимем эти пленки, цежилы, мясо будет мягко. Вырежем один кусок так. Его оставим за какое-то другое блюдо. А тут, братья, на где-то примерно 1 сантиметр вырежем хороший шницель. Давай сделаем 2. Еще раз это повторим. Так. Сейчас возьмем молоток. Так, немножко. Тут понемножко есть эти жилы, поэтому я вам рекомендую просто пройтись ножом, чтобы мясо не сворачивалось, чтобы держало форму. Сейчас мы то мясо ставим так. Его обязательно посолим. И с другой стороны. Это все ставим в сторону. Сезон у нас тыквы. Сейчас мы то сделаем так. Можем ложку, можем ножом, потихоньку, аккуратно порежем это внутрь. Как кажется, сердцевина, что ли, да? Просто это все почистим. Возьмем нашу тыкву, эту среднюю часть, где получаются такие хорошие куски, ставим. А эти мелкие куски просто более тонко порежем. Более тонко, быстрее будет вариться. Мелкие куски тыквы положим в воду. Тыкву ставим да вариться. А эти куски здоровенькие оставим, братья, на гарнир. Возьмем лук порей. Порежем на середину, затем мелко порежем. Возьмем петрушку, значит, это стебель и так дальше. Это тоже будет интересно. И можем, да, добавим чуть шабрица. Возьмем сковородку. У сковородку добавим кусок сливочного масла. Сразу добавим зелень. Чуть-чуть лук посолим и отправляемся на плиту. Возьмем шумовку, добавим эту тыкву к нашему луку. Эту воду мы не бросаем, а возьмем здесь. У нас есть такая 2 красиво замечательно белая грибочка. И есть у нас кубики тыквы. Это сейчас мы добавим в эту нашу водичку горячую. Чуть-чуть посолим. Порежем сюда немного сердерикуса. Мы то добавим к луку и к нашей тыкве. Все это потихоньку промешаем. Возьмем блендер, возьмем, значит, нашу сковородку. Сейчас мы это все добавим в наш блендер. Возьмем сливки, 33% обязательно. И все это пропустим. Аккуратно вытащим тыкву с белыми грибами. Это уберем в мойку. Уключим дальше плиту. Порежем так кусок сливочного масла. Бросим в сковородку, чтобы оно расплавилось. И сразу добавляем куски нашей телятины. Как
Когда у нас получится такая золотистая корочка, провернем на другую сторону. Возьмем наш блендер, потихоньку вылием соус. Уберете немножко огонь и оставите, чтобы это все варилось примерно 5-6 минут, чтобы мясо варилось у соусу. Перевернем это все на другую сторону. Добавим кусочек. Можете шумовком еще немного соуса добавить сверху. Затем положите сюда куски тыквы на гарнир. Затем опять на тыкве можно чуть-чуть тыквенного соуса. Обязательно добавите грибочек, даже два. Украсите это кудрявым петрушком. И тут у меня есть тыквенное масло. Я всегда, когда чего-то добавляю, делаю из тыквы, оно дает такой замечательный аромат. Это все. С вами великий Джанейд, ТВ Джем, Серж. Спасибо. До свидания.